Реконструкция улицы Габдуллина будет продолжена на участке почти в 1,5 километра. Это привело к скоплению на самой оживленной улице, проспекте Назарбаева. Автомобили, ввиду чего образовались длинные пробки. Вернемся к Габдуллина. Подрядчик Кокшетау Автодор. Стоимость проекта более 985 миллионов тенге. Финансирование из областного и республиканского бюджета. В текущем году отделом ЖКХ будут продолжены работы по реконструкции улицы Габдуллина от улицы Ауэзова до улицы Акан-Сыре. Реконструкция данного участка дороги была начата в 2019 году. За прошедшие два года была заменена полностью магистральная теплотрасса, которая находится непосредственно под проезжей частью и частично под тротуаром. На сегодняшний день устроено асфальтобетонное покрытие участка между Абая и Ульбекова. В настоящий момент у нас в зиму мы зашли без покрытия, то есть выложена была дорожная одежда на участке между улицей Уэзова и Абая. В настоящий момент в связи с потеплением существующее состояние дороги там пришло в неудовлетворительное состояние. Но, повторяю еще раз, участок полностью у нас находится на реконструкции. Местные жители сетуют на затянувшиеся работы. Тем временем специалисты уверяют, работы будут завершены до конца апреля. Напомним, улица Габдуллина является одной из самых широких в Кокшетау, имеет 4 полосы движения. В настоящее время здесь установлены 83 светодиодных фонаря. Согласно плану, предусмотрено 8 дополнительных парковочных мест. С 31 марта поменялось движение маршрута номер 6 в связи с ремонтом дороги по улице Габдуллина. От перекрестка Габдуллина-Уэзова перенесена остановка на улицу Абая. В текущем году на реализацию 138 проектов по строительству и ремонту дорог местного значения и улично-дорожной сети предусмотрено 18,2 миллиарда тенге. Из республиканского бюджета около 5 миллиардов тенге. Из областного около 13 миллиардов тенге. Кроме того, начаты работы по ремонту внутридворовых территорий. Многие кокшетауские дворы в плачевном состоянии и ремонтировались на протяжении многих лет. Со стороны горожан поступает немало нареканий. За последние два года, благодаря поддержке из областного бюджета, прошел текущий ремонт около 50 дворов. Капитально отремонтированы дворы в микрорайонах Куктем, Боровской, Васильковский, Центральный. Продолжаются работы в квадрате улиц Мира, Авезова, Абая, Ташенова. Камшат Такишев, Василий Вережников, Азамат Бекмагамбетов, Кокшакпарат.